Друзья, перед началом ролика рекомендую вам открыть описание. Может быть там вы найдете интересную и полезную информацию для себя. Всем приятного просмотра. Вооруженные силы Украины нанесли удары по селу Садовая Херсонской области, управляемой французской авиабомбой и снарядом «Химарс», сообщил губернатор Владимир Сальдо. В результате уже сейчас 17 человек возле этого дома и 4 человека в соседних домах со сколочными ранениями погибли. Среди них, к сожалению, один ребенок 9 лет, который просто игрался в песочнице. Трое тяжело ранены, которых эвакуировали, сказал губернатор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии.